Парк Любимовка, 20.00, 16 апреля. Специально показываю ночной парк. Ну вот тут машина проехала, ладно. Показано, что это главный вход у нас. Сейчас мы проедем, посмотрим, как горят огни в парке. Лягушки квакают, слышу. Детские голоса. Вот так ночью выглядит парк. Красиво отражается в лужах освещение. А это центральный вход. Дом культуры у нас закрыт. И мы можем делать ремонт. Но потом в детскую площадку съездим. Вот мы на детской площадке. И взрослые дети, и маленькие дети. Ну и мы на выход. Выход сюда.